Этот парень потерял переднее велосипедное колесо, но сумел поймать его и прицепить назад. Возможно, так и было задумано. Как считаете? Хотел бы и я иметь такую крепкую нервную систему, как у этого голубя. Даже буддийский монах потерял бы самообладание на его месте. А это самая везучая белка в мире. Даже если у белок, как и у котов, 9 жизней, все равно это не повод бросаться под колеса. Этой женщине было весело танцевать даже без пары, но когда ее подругу начал кружить на руках партнер, это стало для нее настоящим ударом, в прямом и переносном смысле. В детстве этот мужчина мечтал стать гонщиком. Что ж, мечты должны сбываться. Пусть и не так, как он себе это представлял, но все равно весело. Этот человек хотел записать видео для своего друга в честь его дня рождения, в котором буквально на лету выпивает за его здоровье. Но что-то пошло не так. Думаю, другу такой вариант поздравления даже больше понравится. Парень хотел вытащить последнюю банку пива, которая застряла, но поломал полочку и получил гораздо больше пива, чем хотел. Мужчина спокойно работал за компьютером, но вдруг раздался жуткий звук. Из-за учебной тревоги ему теперь придется покупать новый компьютер. Девушки хотели снять крутое видео для сторис в Инстаграм, и оно превзошло все их ожидания. Думаю, подписчики будут в восторге. Этот парень мечтал стать цирковым артистом, но вместо этого он каждый день грузит арбузы. Возьмите себе на заметку вот такой лайфхак, если однажды нечем будет открыть бутылку. Хотя захватить открывашку, конечно, гораздо проще. А вот еще один способ для тех, кто не ищет легких путей. Скоро новогодние праздники, так что все мы будем выглядеть примерно так, как этот кот. Этот кот вполне самостоятельный. Он не станет беспокоить хозяина по пустякам и сам откроет себе дверь. Этот конь обожает играть в футбол. Я не уверен, что он знает правила, но это не мешает ему получать удовольствие от игры. Этот пес живет на ферме и недаром ест кости. Он отличный помощник. Смотрите, как быстро он роет канавку для отвода воды. Настоящий работяга. Эта женщина наконец дождалась предложения руки и сердца от любимого, но так как замуж она выходит позже всех подруг и родственниц, букет невесты остался при ней. Только кот присел подумать о жизни и смысле бытия, как кто-то его неожиданно окликнул. Хаба. Рабочий поднял плиту, а под ней оказался маленький еж. Но парень завопил так, словно там ядовитая змея. Даже после тяжелого рабочего дня у этого парня полно энергии. Видимо, ремонтируя дорогу, он не слишком напрягается. Парень решил поработать на ноутбуке у реки, но это была не самая лучшая идея. Лучше бы парень нес эту коробку крышкой к себе. Этот человек хотел отпраздновать день рождения, открыв шампанское за 37 тысяч долларов. Но что-то пошло не так. Этому парню казалось, что сделать предложение у водопада – это очень романтично. Кажется, его девушка тоже довольна. Но это не самая лучшая идея. Сейчас поймете почему. К сожалению, кольцо уже вряд ли удастся найти. Водитель этого суперкара не закрыл дверь и не рассчитал свои габариты. Она врезалась прямо в автобус. Понятия не имею, зачем этот автомобиль подняли с помощью вилочного погрузчика, но никому не советую так делать.
Похоже, удалось найти то место, где медведи трутся спиной о земную ось. Хотя это больше похоже на старый ржавый столб. Девушка и так была напугана, катаясь на аттракционе, а затем в нее врезался голубь. Даже не знаю, кто из них испугался больше. Бейсбольный мяч оказался в руке девушки спустя всего секунду после броска. Не знаю, чем провинился водитель красной машины, но работники решили заблокировать его вилочными погрузчиками, чтобы он не смог уехать со стоянки. Хозяева дома долго искали свой рюкзак, пока не посмотрели видео с камеры наблюдения. Теперь где-то в лесу ходит медведь с рюкзаком на спине. Пес решил прокатиться и запрыгнул в машину. Вот только водительских прав у него нет, так что все закончилось аварией. Голодный медведь попытался проникнуть в курятник, но неожиданно его спугнул странный звук. Камера наблюдения сняла на видео женщину с очень скверным характером. Она намеренно царапает машины ключами. Эта женщина продала фальшивую Джоконду и получила за нее фальшивые доллары. Медведи очень любят Хэллоуин. Им кажется, что тыквы у дверей – это лакомство, которое люди оставляют у дверей специально для них.